Приветствую всех на моем канале «Одесса, 5 апреля». Экстренная новость. Российская Федерация вдвое увеличила количество ракетоносителей в Черном море. Еще вчера их было 3, сейчас 6. Общий залп может составлять до 40 ракет. Это может свидетельствовать о чрезвычайно высокой угрозе ракетного удара. Об этом сообщают в оперативном командовании «Юг». Вы видите, погода сегодня пасмурная, солнышка вообще нет, шторма в море тоже нет, ветер небольшой, прохладно на улице. Кстати, чаек не вижу давно уже, где они все улетели, в каком направлении, нет вообще ни одной чайки. Подписывайтесь на мой канал, если вы хотите видеть день в день, какое море, какая погода, какая Одесса. Я желаю всем хорошего дня. Берегите себя.